Говорят, счастье – это череда ярких моментов. Чем их больше, тем счастливее наша жизнь. Как же провести ярко эти выходные, расскажет наша афиша и я, Юлия Север. В субботу театр «Самарская площадь» приглашает своих зрителей на постановку «Кроткая». Спектакль о любви и о том, как мы не умеем слышать друг друга. О том, что у каждого есть свои внутренние законы. И часто мы не можем найти точек соприкосновения в силу этих придуманных законов. Согласитесь, все именно так. И это вне времени. 23 мая. Театр «Самарская площадь». Юных зрителей приглашаем в театр кукол. На сцене урок веселых музыкантов. Это, безусловно, спектакль, рассчитанный на семейный просмотр. И это еще одна интересная трактовка истории давно минувших дней. Каждый зритель, независимо от возраста, найдет что-то сокровенное, то, что понравится именно ему. Зрители постарше отметят ностальгическое сходство героев постановки с яркими персонажами культового мультфильма. Не пропустите в эту субботу. Драматический этюд «Опавшие листья» ожидает зрителей театра имени Горького 24 мая. Рассказы из цикла Ивана Бунина «Темная аллея», «Генрих», «В Париже» и «Холодная осень», песни Вертинского, записки террориста Бориса Савенкова, стихи Зинаиды Гиппиус, Анны Ахматовой – все это перемешается на сцене театра драмы. И это, пожалуй, все. О других театральных постановках расскажу вам в следующую пятницу. А пока желаю приятных выходных. До свидания.